Hello, friend. Что ты? Да не шути, что ты? Я не обидчива. А. Над ним тоже можешь шутить. Если что. Я его потом успокою. Для чего ты? Ну, именно плохая. К тому же это бига, ничего удивить. Тут каждый день какие-то новые сплетни, кто-то кого-то обсирает. Поэтому на такое обращать внимание, это очень глупо. Такая соцсеть. Плюс из-за меня... Хватит. Всё. Я не знаю, как я завтра вообще выживу. Короче, мне утром на похороны ехать. Я так не хочу, чтобы вы знали. Я еще никогда не была. Очень боюсь, не хочу, переживаю, что я потом буду отходить от этого еще год. Потому что, зная мое эмоциональное состояние, так в жизни точно так же. Пытаются унизить остальных, при этом возвышают себя таким образом. Ну и слава богу, что пропала, знаешь. Что дошло? One second. Сейчас я тут.
именно все. Я уже сама неловко себя чувствую. Иди сюда.